Организация Объединенных Наций призывает международное сообщество выделить рекордные 20 миллиардов 100 миллионов долларов для гуманитарных организаций в 2016 году. По данным ООН, именно такая сумма будет необходима 87 миллионам человек, нуждающимся в помощи в 37 национальных и региональных кризисах по всему миру. Общая картина мрачная. Человеческие страдания достигли уровня невиданного со времен Второй мировой войны. Более 125 миллионов людей будут нуждаться в гуманитарной помощи, чтобы выжить в 2016 году. Из них мы намерены помочь наиболее уязвимым, а это 87 миллионов 600 тысяч человек. При этом масштабы бедствий по-прежнему растут быстрее, чем ресурсы для борьбы с ними. Так, к концу этого года ООН столкнулась с рекордным дефицитом финансирования в размере более 10 миллиардов долларов. Размер же помощи, необходимый на следующий год, вообще превысил все предыдущие. Мы призываем наших партнеров выделить на эти цели 20 миллиардов 100 миллионов долларов. Эта сумма в 5 раз превышает уровень финансирования, в котором мы нуждались 10 лет назад. И это крупнейший призыв, с которым мы когда-либо обращались. По данным ООН, в наибольшей поддержке нуждаются Сирия, Ирак, Йемен и Южный Судан. По всему миру же число вынужденных переселенцев достигает 60 миллионов человек.